пацаны, ну чё за разгоны? Нет, не играешь, значит всё. Что он пишет? Так, один пишет, типа, отыграться можно, второй пишет, типа, с кем я играю, когда говорит, что он завтра играет. Да, гонит. Я на сервак наблюдателей зашёл. Ебать, я обожрался жёстко. Кто сейчас играет? Мы с Киги. Так, ну чё, всё, он готов, кого нет? А, он говорит 59. А. Всё, 59, я стартую. О, блин, заебись. А, Серёжа, как команда называется? А? Как команда называется? Где, на VPay? Угу. А мы сегодня не катаем, я отъеду сегодня на квадрат. И у Денчика не получается. Нет, у меня-то получается. А, ты же говорил, у тебя не получается. Ну вот я отменил то, что у меня не получалось, чтобы у нас получилось. Я отъеду сегодня. Ну знаешь, Клима отпиздить дороже. Да ебать, не факт, что он там вообще будет. Кирюха сказал 100%. С ними типа сразу погонят уже. Кого ты поедешь? Типа, да типочек, блядь. За баб. Кого за баб? Типа. Тебя и как заказали? За бабкин? Да. Угадай, зачем я лопату в багажнике вожу? Лопату? Чтобы себе яму вырыть? Чтобы если присану, ты сам себе яму роешь, да? Я так понял, ты чё, храбр, что это на сцене придает или чё? Сука. Такой юморной. Ты чё, там в Иркутске совсем нахуй? Давай приезжай, слышь, Вася. Ты же приедешь за компом? За каким компом? А, да. Ну и вот. Лопату бери. Лопату. Нет, я хочу. А, у меня кумки. Я скучал по этой хуйне, правда. Нахуй иди. Это, слушай, Миша, а чё за материнка у тебя, скажи? Гигабайт какая-то, я не знаю. Хорошая? Z77 может? Хорошая? Очень хуёво. Игру у меня FPS нахуй, это проседает. Так ты себе хочешь полностью проц видюху? Ты хочешь материнку проц видюху полностью? Я думал, что комп нахуй взять, где всё. В смысле, цельный? Вот так собрать. А. Нет, собрать. Ну. Бля, хуй он. Стоит за ящиком, ждёт меня. Ой. Так чё за... А чё за тип-то? В смысле, ты про что? А, ты Серёжа? Саня Климов. А чё он сделал? Блядь, заторчал бабки. И пиздит. Ну, скажем, хватит Серёже на пачку сигарет еще и сиг купить. Пятихатка, короче, да? 200 рублей, что ли? 400. Нихуя. И за 400 рублей. Дело в самой такой хуйне, что пацан бабки взял и не возвращает, считай. Сколько нахуй? 3 месяца. Ну, а Димас, хули ты меня М-ку торчишь так? Уже сколько дней прошло? Сколько? Два? Два дня. Зарплату тебе, Миша, дам, что-то неси. Зарплата. Которой у меня нету. Все, забирают уже, да? Парни на четверку приезжают тренированно. Коллектор, да, сейчас приедут. Бабки выбивать. Пиздец, блядь. О, блядь, я? Ну ищите вы плюс хули, плюс один на такой хуйня. Да ну нахуй. Наш жирный уёбок этот, ключевой игрок. На Мираже. Хули на нём вся команда идёт. На Серёге? Ну ваша, да.
Нихуя ты разгон поймал. А чай-то нет? Нет. Мне кажется, все тупые его. Ну, тупые, не тупые. Но, блядь, команда висит точно не на одном, Сережка. Ну, выделяется кого? Да нихуя он не выделяется, алло, дядь. И ты что ли выделяешь? Нет. Ты крылок выделяешь? Только вчера у нас Кирюша там какие-то фраги ключевые взял раунд на первом месте, отыграл. До этого Дима, до этого Сережа. Но единственный, кто не выделяется, это Коля. Сейчас он игру свою найдет и будет выделяться. Любой нормальный Коля? Одного игрока. Чё за Коля? Бурят. Казах. Тормозах. Жопа накрылась. Писька на волосиках. 16-3, блядь, что-то как-то очень легко было, сори. Ты что, выиграл? Да, Кирилла вот этого. Ты дурак, блядь, ты кого убил, выиграл-то? Идиот, нахуй, он выделяется в команде. Ну, а я-то что, виноват? На АВП, значит, не выделяется. Так, Сережа тут? Сережа.